Всем привет, с вами я, ЦП16К, и сегодня мы посмотрим на одну пасхалку с картным кэтом. Не та пасхалка, где мы прям можем его вызвать, а просто пасхалка. Для этого нам надо найти карту под названием Мисти Тоун, зайти на нее. Все, мы нашли, где-то я в странном месте появился. Так. Теперь мы должны побежать на парковку. Там ничего нет. Так, не могу найти. Так, всем нам на вот этой парковке. И тут мы, наверное, должны найти... какие-то машины. Вот такую машину надо найти. Ориентироваться можно по этому магазинчику. Теперь берем порталы. Ставим вот сюда. Так, все. Видите? Это Cartoon Cat. Эта пасхалка еще была долго до обновления 3.0. Она даже уже была при обновлении 2.9.0. И вот этот злой Cartoon Cat. Сейчас мы даже можем его заспомнить, этого Cartoon Cat. Думаю, что мы уже современно в Чикенгане. Что, ты не можешь выбраться, да? Так, на тебе. Чего не умирает? Попробуем с этой. Ой. Все, мы его убили. А еще есть один миф. Если поставить вот эту клетку вот так, сюда еще одну. И вот сюда еще одну. Теперь памнем вот сюда карту Кэтика. Чё? Как она проходит через решетку? Это миф и буква, то, что она проходит через решетку. Картункет проходит сквозь решетку. Давайте вот еще раз попробуем. Хотя все уже неохота пробовать. Блин. Ну, ладно, а с вами был я, ЦП16К. Всем пока. Ай! Подождите-ка. Давай, картинка, завязывай.
Ну, а с вами был я, Цыпа16К. Всем пока, мои цыплятки.